en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Расскажи, где ты и что ты здесь делаешь? Я на Нижегородском кольце сегодня, четвертый этап НЛС, и приехал поболеть за своих друзей. Можешь рассказать, что такое НЛС? НЛС – это, наверное, гордость нашей Нижегородской области. Это гонки на классических, в том числе, автомобилях, на легендарных «Волгах». И на самом деле здорово, что от каждого сезона, мы в этом году были на всех, собираются народу все больше и больше. То есть определенная популяризация среди населения, приезжает с других регионов. И на самом деле я очень рад, что народ двигается в правильном направлении, и с каждым разом все больше и больше, и это, конечно, радует. Максим, я знаю, что ты ездишь в любительском кубке. Нет ли желания пересесть на Казавню? Конечно, это в планах в ближайшем обозримом будущем. Смотрю на новой машине невероятных расцветок. Расскажи про нее. С цветом очень интересно. Мы с друзьями все выбирали цвета. Они все разобрали цвета, спрашивали, какой будет у меня. Я долго думал и сказал, что у меня будут, наверное, все цвета. Вообще, это отсылка к автомобилю Volkswagen, который выходил в короткой серии. И назывался он Арлекин. Поэтому можно сказать, это некоторая копия или пародия. У нас есть внутренняя заруба. Правила очень простые. Последний из приехавших готовит на всех плов на следующей гонке. Сегодня у нас как бы заруба на двоих, пока Леха ведет, но у меня есть шанс отыграться во второй гонке. А вы в обычной жизни поварами работаете? Почему плов? Нет, но как-то так повелось. Как-то раз мы сидели всей командой и ели плов, у нас один человек готовил. И теперь у нас каждая заруба, любой спор – это готовка плова. Плов мотивирует? Еще как. На самом деле у нас потом еще будет небольшая прикольная деталь, но это мы оставим на следующий этап. Интересный, насыщенный.